Отремонтированные участки дорог по направлению Юста-Цыганаман на стадии завершения участки трассы Молодербет и Большой Царын, Георгиевск-Буденновск-Уланхол и Уланхол-Лагань, а также объездная Комсомольского и подъезд к Каргакину. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. Эти дороги давно считаются аварийными. Жители жаловались на высокий риск возникновения ДТП и быстрый износ автомобилей. Руководитель республики также отметил, что в Элисте в текущем году ремонт дорог ведется на 15 самых загруженных участках. На 8 из них работы уже завершены. Постепенно дорожная сеть республики улучшается, но важно помнить, что безопасность на дорогах зависит в первую очередь от каждого из нас, сказал Хасиков.